Сегодня стало известно, Междуреченко Екатерина Дынник поедет на соревнования в Лондон. Назван состав женской сборной России по боксу на Европейский олимпийский квалификационный турнир. Состязания состоятся с 13 по 23 марта. В Кисловодске прошли заключительные контрольные спарринги, по итогам которых и определились основной и резервные составы в 5 олимпийских весовых категориях. В первых номерах и Екатерина Дынник до 60 кг. Спортсменка и ее наставник Николай Федорченко сейчас готовятся. Наши земляки намерены по итогам европейской квалификации заработать путевку на Олимпийские игры. Дальнейшие планы. Со 2 по 8 февраля международный аибовский турнир в Венгрии. В феврале-марте 2 сбора в Москве на озере Круглое. И в конце марта квалификационный турнир отборочный в Лондоне.